Добрый день, сейчас вам покажу флис мужской, первый сорт. Такая кофта, размерчик L. Такая вот курточка, размерчик у нее M. Такая олимпийка, размерчик L. Такая кофта, размерчик у нее 56. Такая ветровка. Внутри флисовый, размерчик L. Ветровка, размерчик М, состояние хорошее. Какая кофта, так, размерчик S. Какая ветровка, флисовый внутри, XL размер. Так, она идет двухсторонняя, получается. А нет, односторонняя. Так, размерчик у нее XL. Такая ветровка. Так, тут небольшое загрязнение. Так. Размерчик XL. Такая куртка. Размерчик L. Состояние хорошее. Такая курточка. Тоже в хорошем состоянии. Размерчик М. Так. Такая кофта. Размерчик не указан. Примерно М-ка. Такая. Так. Размерчик S. Такая кофта. Размерчик L. Такая курточка, имеются небольшие загрязнения. Размерчик не указан, примерно S-ка. Такая толстушка. Имеются загрязнения, размер примерно XL. Такая курточка. Размерчик у нее XL. Жилет. Состояние хорошее. Размерчик L. Такой жилет. Размерчик S. А курточка H&M. Размерчик на 13-14 лет. Состояние все хорошее. Такая куртка. Размерчик на рост 170. Жилет, имеются небольшие загрязнения, размерчик XL. Такая курточка, имеются загрязнения. Внутри она идет такая вот меховая. Размерчик примерно М-ка. Такая кофта. Размерчик 2XL. Жилет,
XL. Такая куртка. Размерчик не указан. Примерно Элька. Состояние хорошее. Такая кофта спортивная. Здесь твердости. Так, размерчик S. Такая курточка. Так, размерчик 40. Такой жилет. Размерчик 2XL. Состояние хорошее. Спасибо за внимание.